магазин «Гипнион». Сегодня мы здесь собрались по замечательному поводу. В афише он, правда, отражен не был, но он все равно есть. Сегодня мы отмечаем 7 лет ансамбля аргентинской музыки «Астр Клуб». Вот. Которое у нас мероприятие. Обычно мы играем, как вы знаете, разнообразное танго, аргентинское в первую очередь. А сегодня мне хотелось бы немножечко, по ходу концерта, разумеется, рассказать о нашем творческом пути. Вот. Ну а начнем мы, конечно же, просто с музыки. Первым номером прозвучит танго английского происхождения. Называется оно «Цыган». Я думаю, все, кто слышал старую-старую пластинку, такая маленькая пластинка была, ретро-музыки, с этого танго эта пластинка и начиналась. Танго «Цыган». Да, дорогие друзья, кто не отключил мобильные телефоны, имеет возможность это сейчас сделать. Может, тогда включить? Не старой части нашего репертуара, к самой классической, самой нами любимой. Сейчас прозвучит танго, которое знают, я думаю, абсолютно все в зале, хотя вряд ли под тем названием, под которым оно было сочинено автором. В оригинале это танго великого Карлоса Гарделя под названием «Por una cabeza». Знают же это танго в основном как музыку из кинофильма «Запах женщины». Вот. Сейчас вы услышите ее практически в том аутентичном исходном виде, как она была сочинена великим аргентинцем. Поет
Мария Маргарита. Сейчас прозвучит еще одно классическое аргентинское танго. Это, как бы это так сказать получше, танго-портрет. Есть даже в этом зале один человек, который очень часто ходит на концерты Астер-клуба. Вот. Это практически о нем. Вот настоящий портрет этого человека. Это танго называется «Гаруфа». Целую неделю этот человек пашет на работе, старается, вкалывает. А в выходные он надевает чистую белую рубашку, галстук и идет куда? На танцы. Гаруф. Que Bataclana que hubiera hecho suceso en un Gotán. Durante la semana meta el laburo y el sábado en la noche sos un doctor, te encaja la polaina y el cuello duro que te venís pa'l centro de rompedor. Garufa, garufa, escuchas que sos divertido. Garufa, garufa, vos sos un caso perdido. Garufa, muchas que son divertidas.
международное классическое аргентинское танго в исполнении, как мы назвали наш концерт, Астер-клуба и Маргариты, Маргариты и Астер-клуба, танго «Амедиа Луз», что означает «в полумраке». Астер-клуб. Почему с самого начала пошло такое интересное название? Все было очень просто. Нас объединяла любовь, так и хочется сказать, как в баре разбитых сердец. Нас объединила музыка. А нас объединила любовь к Астеру Пьяццолле. Мы очень хотели играть Астера Пьяццоллу, и, начав это дело, мы поняли, что это здорово, нам это нравится, и надо бы нам название, и мы назвались Астер-клуб в честь великого Астера Пьяццоллы. Но потихонечку мы стали дрейфовать из сугубо пьяццольной музыки в разные другие жанры, о чем я дальше тоже немножко расскажу. Ну а сейчас основной виновник нашего существования — Астер Пьяццолла. Танго под названием «Виолен танго», то есть «Жестокое танго». Thank you.
мы потихонечку вернемся к классическому аргентинскому танго. Поет Мария Маргарита. Танго называется «Fumando espero». Покуривая, жду, и ароматный дым уносит меня к небесам. Я сначала думал, что чуть позже представлю по отдельности наших исполнителей, но сейчас я думаю, что одного я начну это уже сейчас. Дорогие друзья, я рад представить вам, тем, кто еще не знаком, я думаю, таких здесь мало сейчас, контрабасист Михаил Альтшулер. Если нету нот, Михаила Альтшулера это не остановит. Он сыграет, и все равно будет все хорошо. Потому что он может играть по слуху. Если... Я тоже не остановлюсь. Как принято говорить в наших кругах, не играй то, что написано, играй то, что нужно. Поэтому, если даже в нотах написано что-то неправильное, Михаил Альтшулер все равно сыграет так, как лучше для музыки. И я так уже это сделал. Вот видите, продолжаем. Итак, «Fumando espero». Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Trae los cristales de negro ventanal. Y mientras fumo mi vida lo consumo. Porque flotando el humo me suele adormecer. Tendido en el sofá a soñar y amar. Ver a mi amante solícito y galante. Sentir su labio besar con besos sabios. Y el devaneo sentir con más deseo. Cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi vida. Что пьесольная музыка, она по восприятию, вот одно, два, три, четыре произведения даже подряд, они воспринимаются очень хорошо, ярко, свежо и интересно. Целый концерт пьесолы — это
не то чтобы прилив позитивного настроения, нет, скорее повеситься от такого количества тяжелой и серьезной музыки. Дорогие друзья, так, Лёш, что у тебя? Нет, не скажу. Нет, у тебя? Не самовольный. Алкоголь фадж? Кто с провода? Факс пришел. Так вот, дорогие друзья, Сергей Шитов, кларнет. Именно с приходом Сергея Шитова в ансамбль «Астер-клуб» у нас начался новый и очень интересный этап работы. Потому что... Еще один факт. Это все Сережа. Не зря представил именно сейчас. Так вот, именно когда после того, как мы начали работать с Сергеем Шитовым, я вдруг понял, насколько самому Пьяццолле в свое время не повезло, что он сам играл на бандонеоне, а не на кларнете. Потому что бандонеон, конечно, прекрасный инструмент, но если бы Пьяццолла не вынужден был постоянно играть на нем, потому что, вы знаете, каждый музыкант, который собирает коллектив, он его собирает для того, чтобы сам с ним играть в соло. Вот я, например, я пианист, я собрал всех, я хочу играть на рояле музыку, которая мне нравится. Сам нет. Да. Я тебе после этого номера хочу представить. Терпение, мой друг. Так вот, если бы у Пьяццоллы был выбор, для какого состава сочинять музыку, я думаю, мимо кларнета он не прошел бы. А так пришлось писать для бандонеона. Так вот, но мы об Сережу Шитова и об его кларнет мы очень основательно споткнулись. Вот. И мы поняли, что в этом составе пьяццольном, если заменить бандонеон кларнетом, для музыки становится в каком смысле даже лучше и интереснее. Его легче таскать. Вот видите, какой мы ансамбль «Астер-клуб». Нас всегда весело. Да, давайте поиграем. Сейчас мы исполним. К чему я, собственно, говорю эту мысль? К тому, что мы поем и попсу тоже. Сейчас мы споем очень известную, очень популярную музыку. Итак, «Мария Маргарита», «Астер-клуб», «Беса мы мучим». Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tener y perderme después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a tenerte y perderte.
сейчас бы докатились. Сергей Борисович, ты просто в ударе. Это страшная сила. Так вот, мы пришли к популярной музыке, и здесь я хотел бы отметить еще одну важную веху в истории нашего Астер-клуба. Это знакомство с удивительным человеком, удивительный, потрясающий человек, выдающийся певец Сергей Сорокин. Он сейчас здесь находится. Сережа, мне очень радостно, что ты пришел, и пришел не один. Сегодня у нас здесь прям-таки выдающийся сбор певцов отечественных мюзиклов. И Сергей Сорокин к нам пришел, и Гузель Шарипова, и Агата Вавилова. Это просто, ну... Подарок. Да. Вы будете смеяться, эти люди не просто пришли послушать, они еще даже билеты купили. Это просто фантастика. Так вот. Но мы потом вернемся. Это первая ошибка в концерте. Да, и именно благодаря знакомству с Сергеем Сорокиным, который услышал наш коллектив, и сказал: «Ваня, а давай сделаем совсем не то и совсем другое, чего вы никогда еще не делали». Я подумал, интересно, мюзиклы, популярная музыка, совершенно что-то незнакомое, ударная установка, что-то совершенно не про нас, но попробовать надо. И так началось то, чем мы сейчас, в общем, занимаемся даже в большем количестве, чем аргентинским танго. Мы сейчас в основном занимаемся, так уж получилось, эстрадной музыкой, мюзикловой музыкой. У Сергея Сорокина есть собственный мюзикл «Бар разбитых сердец», который в мае месяце будет идти в театральном зале Дома музыки. Сейчас мы над ним работаем и продолжаем его показывать. И сейчас мы хотели бы продемонстрировать одно произведение в новом для вас, для нас жанре. Это популярная музыка. И петь будет наш сегодняшний замечательный гость. Это еще один человек, звезда российских мюзиклов, Рустим Бахтияров. Прошу вас. Да, с пультом. Но ведь в мюзикле нельзя по нотам петь, а у нас можно. Сейчас прозвучит. Давайте, я готов. Популярное так популярное. And it's getting more.
to be the hardest word. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to be hurt? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? Рустем Бахтияров выступит еще во втором отделении концерта. Он еще будет. А сейчас мне хотелось бы сказать буквально два слова о еще одном очень важном для нас человеке, с которого, в общем-то, ансамбль «Астер Клуб» и начинался. И хотя состав у нас несколько поменялся с тех пор, но, тем не менее, мы все равно практически постоянно сотрудничаем. И главное, самое главное – мы практически все время и в концертах Астер-клуба, и в других играем музыку этого человека. Этого человека зовут Федор Васильевич Строганов. Это выдающийся российский композитор, который пишет музыку, которую по жанру мы для себя определяем как музыка хорошего настроения. Он сегодня здесь, во втором отделении он выступит вместе с нами, а сейчас мы для вас и для него исполним его сочинение, которое называется «Ноктюрн» для кларнета и фортепиано. История этого произведения очень долгая и интересная. Оно совсем новенькое, написано, еще даже года не прошло, как оно написано. Изначально мыслился кларнет и орган. Потом кларнет трансформировался в саксофон, в дудук. И вот так вот плавно-плавно это произведение дрейфовало. Сейчас мы его исполним в том виде, в котором оно нам больше всего нравится. Сергей Ишитов, кларнет, Иван Лебедев, фортепиано. Ноктюрн Федора Строганова. Thank you.
вы знаете, в нашем участвуют в нем, все, кто в нем работают, они все, без исключения, руководители. У нас такой состав из руководителей. Вот. Звездный состав, можно сказать. Да, поэтому второе значение названия «Астер-клуб» получается от «Клуб звезд». Вот, например, Сергей Шитов. Сергей Шитов в данный момент руководит двумя ансамблями. Это джазовый коллектив под названием «26 Герц» и еврейский ансамбль под названием «Мелафофоним», что в переводе на русский обозначает «огурцы». Вот, Сергей Шитов. А сейчас будет соло. Да, лауреат международных конкурсов, это понятно. Конечно. Так вот, сейчас лауреат международных конкурсов, художественный руководитель камерного оркестра театра Александра Градского под названием «Градский холл» Константин Казначеев. Сейчас у нас был кларнетовый сольный номер, сейчас у нас в заключении первого отделения будет номер скрипичный. Михаил Борисович, ты нам нужен. Меня представят или мне так? А ты что, потихоньку? Пока потихоньку. Я руководитель, тоже лучше. Ну ладно, не будем обрушиться. Я и так сыграю. У меня сегодня редкое ощущение, что у меня конкретно самая медленная и тормозная реакция из всех моих коллег. В общем, оно всегда так на самом деле, но просто это менее заметно. А сейчас просто страшно. Помогать нам будет лауреат международных конкурсов Михаил Альшулер. Тоже руководитель. И он тоже руководитель. Он руководит его ансамблем опять еврейской музыки под названием, на этот раз, Фарбренген. Помидоры. А также ансамблем авторской песни «Посвящение». Вот видите, я тоже узнаю новые вещи. Сейчас мы исполним... Есть соленые же. Нет, помидоры. А вместе салат. Сейчас мы исполним произведение, которое называется «Tristesse de un doble A», что означает «В печаль моего бандонеона». Это танго великого Астора Пьяццоллы. Написано оно было для бандонеона с сопровождением всего остального в его ансамбле. А мы его сейчас исполним. Да? Что-то интересное. Его все равно. А вот что значит без кларнета? Иван Александрович сыграет же, нет? Нет, не сыграем. Тогда я знаю, что мы сыграем сейчас, что у нас было вставным номером. Тогда мы с контрабасом поедем. Не торопите, Иван Александрович. А ты, Константин Сергеевич, пока придумывай, что ты такое сделал, за что я тебе таким извращенным образом отомстил. И пока можешь представить, Иван Александрович. Да, давай. Да, если... Представь все, как сказать, все эти ансамбли, которые если... мы руководим. Я боюсь, что... На весь вечер. Я, может быть, не знаю всех ансамблей, которыми руководил. Я подскажу. А, вот мне подскажут, да. Иван Лебедев. Вы знаете, я думаю, мы его представим отдельно в конце, потому что он сейчас... Ужасный руководитель... Ой, пожалуйста. Самый большой художественный руководитель. Это нормально путаем. Кошмар. Добрый вечер. А, что же сказать, пока Иван ищет ноты. Иван, художественный руководитель ансамбля «Астер-клуб», как вы уже знаете сегодня. Иван, художественный руководитель ансамбля «Санкт-Йозеф-Капелла». Это ансамбль, в котором мы давно не играли музыку эпохи барокко. Ансамбль клезмерской музыки Йозеф Капелли, мне подсказывают. В общем, уникальный музыкант. Первомай, да, да. В общем, Ваня молодец. Иван все умеет. Ты нашел? Ну так нельзя. Это облом страшный вообще, конечно. Спасибо, Иван. Спасибо. До свидания, я пойду. А, вы знаете, у меня... Я... Да, вот это сейчас как раз играем. Ну ладно. Это не страшно. Самого конца. Вот, сам конца кровь. А, вы знаете, я, у нас, когда я составлял программу, и потом мы порепетировали, а сегодня утром я смотрел старые записи и вдруг нашел запись музыки, которую мы некоторое время назад играли, и подумал,
Ах, я же... Ну вот что надо было еще в программу включить, а программа уже большая, времени не хватает, думаю. Ну ладно, возьму с собой на всякий случай, мало ли что случится. Да. Я, правда, предполагал, что-нибудь более мирное случится, но тем не менее. В течение прошедшего года мы играли много концертов в Московской хоральной синагоге. Концерты были разные, классические, и танго мы играли, и еврейскую музыку играли. И вот нас пригласили с Астер-клубом как раз поиграть на что-нибудь еврейское. Но вы играете танго, вы играете эпизоду, но еврейское надо сыграть. Мы подумали и сыграли. Сейчас вы услышите замечательное еврейское танго. Называется оно «Папиросы». Так что посвящается только тебе. Сейчас у нас маленький 15-минутный перерыв. В этом перерыве мы можем предложить вам отдохнуть. Мы немножко здесь проявим для вас произведение, которое тоже из ретро-репертуара, на этот раз уже совсем-таки отечественного. Сейчас прозвучит медленный фокстрот под названием «В парке Чаир». Да, он самый. Соответственно, соло на скрипке Константин Казначеев, соло на кларнете Сергей Шитов.
Ну а помогаем мы, Иван Лебедев и Михаил Тальшин. «Порт-Артур». Вот. И эта песня написана к нему. Фильм двухсерийный, и в серединке между сериями идет большая, красивая песня в европейском вкусе. А что особенно интересно, с нашей точки зрения, то, что этот фильм снят японцами, о том, как они, японцы, брали наш «Порт-Артур». И песня на японском языке. Зомито, и там, моновар,
сейчас, дорогие друзья, я бы хотел пригласить на сцену. Сейчас, дорогие друзья, я бы хотел пригласить на сцену человека, о котором уже говорил в первом отделении. Это лауреат международных конкурсов, выдающийся органист, клавесинист, пианист, член Союза композиторов России, преподаватель, доцент Московской консерватории Фёдор Строганов. Для вас будет сейчас одно из самых популярных сочинений Федора Васильевича. Это токката для фортепиано в четыре руки, которая называется «Летний дождь». Фёдор Строганов, токката «Летний дождь». Thank you.
Вы знаете, мы некоторое время назад издали... О, Маша, привет! Некоторое время назад мы издали компакт-диск Федора Строганова. Компакт-диск его сочинений. Самых разных. И сюиты, и фортепиано. Вот такой вот диск замечательный. И если кто видел, у нас в интернете был небольшой опросик. Там была фотография Федора Строганова, выглядывающего. И мы спрашивали, кто же будет участвовать в качестве гостя в нашем концерте. И Евгения Шевернева угадала этого человека по фотографии. И мы рады вручить тут маленький приз. Это компакт-диск Федора Строганова «Летний дождь» с автографом автора. Просим. А сейчас мы попросим Федора Строганова исполнить для вас, для нас небольшую импровизацию на фортепиано. Иногда происходит. Музыка рождается прямо здесь, сейчас, прямо для нашей публики. Сейчас мы исполним, возвращаясь к нашей популярной части программы, мы пригласим на сцену Рустима Бахтиярова. Рустим. Thank you.
сразу вспоминаю из непокоренного концерта. Популярный цыганский романс. Группа Scorpions. Maybe I, maybe you. Давай, Варя. Стояла подсматривать. А, хорошо. Помимо того, что Рустем Бахтияров замечательный певец, помимо того, что он актер российских мюзиклов, так еще, кроме этого, Рустем Бахтияров композитор. Композитор. Его перу принадлежат уже достаточно изрядное количество произведений. В том числе это песни, в том числе это значительная часть нашего мюзикла, в котором мы все вместе работаем, который называется «Бар разбитых сердец». Вот. И одну из песен Рустема Бахтиярова, как раз из этого мюзикла, из этого шоу, мы сейчас и исполним. Песня называется «Сон». Автор музыки и автор текста Рустем Бахтияров. Скажи, где ты сейчас? Опять стена теней, но
песни меня не Васильевич в своем творчестве весьма не чужд. Не просто... Ладно, контрабасовый. Не чужд в своем творчестве не просто современной музыки, но и прям-таки актуальных жанров. Сейчас прозвучит произведение вполне себе безобидного жанра, который является токкато. Снова токкато, снова для фортепиано в четыре руки. Вообще, мы с Федором Строгановым фактически, Константин Казначеев, Федор Строганов и я — это самый начальный состав ансамбля «Астер Клуб», который был вот 7 без малого лет назад. Потом уже потихонечку появились другие исполнители. Вот. Потом с появлением кларнета отпала необходимость играть все время в четыре руки и пьяццолу. Тем не менее, мы все равно периодически этим занимаемся. И наш акцент уже сместился в сторону исполнения сочинений Федора Строганова. А Федор Строганов сидит в партере и слушает. Хорошая работа. Да, да. Так вот, сейчас прозвучит токката для фортепиано в четыре руки под названием «Всеобщий Бидермайер». Thank you.
первую тему. А Бидермайер в творчестве Строгана. Почему я это говорю? Сейчас мы исполним для вас еще одно произведение Федора Строганова. Ну где? Где седьмая страница? Давай уже. Это произведение Федора Строганова. Для... В оригинале Федор Строганов написал сочинение, которое называется «Сюита в немецком вкусе» для альта и фортепиано. Она в четырех частях, и части у нее вполне себе... Я же говорю, герой этот человек в белом. Чего, нот? Зачем делать? Я ничего против не имею. Ну, секунду. А, вот. Все. Хоть тут порядок. Сейчас прозвучит третья часть этой сюиты в немецком вкусе в переложении для кларнета и фортепиано. Называется эта часть, думаете, всеобщий? Нет, просто Бидермайер. Прекрасном жанре, который нас очень давно радовал. Дело в том, что когда мы только начали петь классическое аргентинское танго, нам очень помогал в нашей работе и, кстати, написал замечательную статью к нашему первому компакт-диску атташе по культуре аргентинского посольства в России, вот, Рафаэль Альберто Патриньяни, за что ему большое спасибо. Вот. К чему я это говорю-то, господи? А, сейчас мы исполним два произведения в жанре, в оригинальном жанре, который называется «Куартетто». Это не квартет в нашем традиционном понимании. Да. Это не квартет в традиционном... Ну, смысле. Кстати, у нас на четверых действительно получается. А, нет, не получается, на пятерых все-таки. Это же неправильно. Рафаэль Патриньяни, когда мы узнали, что он не из столицы, а родом из провинции Кордоба, мы заинтересовались, чем бы таким хорошего человека порадовать. Какая-нибудь там интересная национальная культура, музыка. И обнаружили, что действительно у них есть замечательная музыка в жанре квартетто, под которую они ходят на танцы, развлекаются и так далее.
Замечательная музыка в жанре квартета сейчас прозвучит в исполнении Марии, Маргариты и Астроклуба. Что в переводе означает «Конь мой буланый». Вот. Это радостная песенка с текстом «Был у меня конь буланый, ох и плакал я, когда он умер». Maldición la suerte ingrata que de milagro lo arrebató. Ay, ay. Por mi caballo mayo, como he llorado cuando murió. Y fue en estos mismos pagos hace los años que se marchó por los potreros helados tras de la sombra que lo enlazó. Yo recuerdo me llamaba con su relincho conmovedor. Y yo con el alma rota, mirando al cielo, le dije a Dios, lo metí en un hoyo grande.
собрались друзья по Матоса Родригеса под названием «Компарсита». Наши замечательные гости.
Фёдор Строганов. Рустем Бахтияров. На свое усмотрение. Только без драки. Да, просто. To be heard.
Костян Бортьяров. Спасибо за внимание, спасибо, что пришли.